2024 год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным годом семьи. Как удивительно, что в нашем городе есть немало семей, в которых супруги прожили вместе более полувека. Так, сегодня 60-летие совместной жизни. Бриллиантовую свадьбу отмечает семья Охлопковых. Валерий Павлович, почетный гражданин Новоуральска, врач-травматолог, вместе с супругой всю свою трудовую жизнь посвятили служению людям, медицине. Валерий Павлович Охлопков – почетный гражданин Новоуральска. Врач с большой буквы, отдавший всю свою жизнь медицине нашего города, однажды сказал: «В семье два человека. Один из них всегда прав, а второй – муж». Наверное, именно этот простой, немудренный принцип, а также поддержка друг друга во всем. Взаимоуважение, проявление любви и заботы каждый день, полное, безоговорочное доверие и помогли семье Охлопковых прожить 60 лет счастливой семейной жизни. Светлана Ивановна и Валерий Павлович сегодня отмечают бриллиантовую свадьбу. 60 лет вместе, рука об руку. Оба они врачи. Всю жизнь трудились в нашей медсанчасти. Валерий Павлович заведовал отделением травматологии, а Светлана Ивановна – туберкулезным отделением стационара. Каждый день они вместе уходили на работу и возвращались домой. У супругов две дочери. Старшая Ирина тоже стала врачом, а младшая Мария – учителем. У Охлопковых три внука, внучка и уже одна правнучка. Все мы можем брать пример с этой прекрасной, достойной семьи. Семьи, которая всю жизнь трудилась на благо родного города. Семьи, в которой царит уважение. Семьи, которая смогла пронести через десятилетия свою любовь. От всей души хочется пожелать Валерию Павловичу и Светлане Ивановне еще долгих счастливых лет семейной жизни, здоровья и благополучия. Альбина Евсеева, Новоуральская вещательная компания.